Всем-всем привет, друзья! Перед началом просмотра видео попрошу вас подписаться на наш канал, для того, чтобы не пропускать наши свежие выпуски. Ну, мы начинаем. Звезда конкурсов красоты Заниб Навид погибла в автомобильной аварии в американском Мэриленде. Заниб окончила в 2011 году университет в Нью-Йорке, а через год стала обладательницей короны конкурса «Мисс Пакистан Мир», который проходил в Канаде. Затем она представила родину на конкурсе красоты «Мисс Земля». Жизнь 32-летней модели трагически оборвалась после того, как она не справилась с управлением своего Мерседеса. Но поздней ночью полисмены наткнулись на машину, лежащую на крыше посередине дороги. Возле автомобиля находилось тело Заниб, погибшей на месте. Выяснилось, что она не вписалась в поворот и врезалась в бордюр, отчего иномарка перевернулась. В крови Навид не нашли следов алкоголя, кроме нее никто не пострадал. Находившийся в отъезде муж модели Али Хайдер Шах теперь убит горем. Когда она погибла, он уехал в Европу из их дома в Штатах. Друзья, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать из виду наши новые события. До этого мы с вами прощаемся. Всем пока.